Дети в возрасте от 12 до 18 лет продолжают пропадать. Просьба всех родителей следить за своими детьми и не отпускать их без присмотра на улицу. Спроси у мамы, можешь ли ты остаться дома. Мам, ты ведь смотрела новости? Я могу сейчас не ходить на учебу? Да, милая, конечно. Ты вообще без меня на улицу лучше не выходи. Да, хорошо. Все, я поехала на работу, если что, звони. Пока. Привет, ты ведь тоже сейчас остаешься дома? Да, привет. Моя мама тоже видела новости и разрешила мне не идти на учебу. Да, это, конечно, хорошо, что на учебу не надо ходить, но теперь постоянно придется сидеть дома. Дома? Нет, я не верю в эту ерунду. Я пойду сегодня гулять. Скажи ей, чтоб оставалась дома. Нет, ты чего? Это все не шутки. Не смей выходить из дома. Да ладно тебе, хватит. Давай лучше к тебе зайду, и ты убедишься, что все хорошо. Ну все, давай, через полчаса буду. Что? Нет, не смей! Она сбросила трубку, что мне теперь делать? Звони ее маме, быстро. Алло, здравствуйте, это мама Настя? Да, Маша, это ты? Да, слушайте меня внимательно. Настя захотела пойти ко мне, но сейчас ведь нельзя выходить из дома. Пожалуйста, быстро позвоните ей. Быстро, посмотри в окно.